Первый. Разновидность морской звезды, называемая Лонсикир Колумбии, может полностью воспроизвести свое тело из частицы длиной в 1 см. Второй. Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьев, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти. Третий. У жирафов абсолютно черный язык, длина которого может доходить до 45 см. Четвертый. Морские свинки, как и люди, практикуют групповой секс. Пятый. Американские биологи поняли, почему большинство кошек не любит сладости. Оказывается, у кошек, как дикие, так и домашних, отсутствует ген, позволяющий ощущать сладкий вкус. Не забудь подписаться на канал.